выходишь. Нет у меня такого. Нет, не хотят. Значит, отправим что-то интересно. Так, это что у нас тут? Понятно. Так, это нам не надо. Так. И тут нечего отправить, да? Ну что, попробуем что-нибудь из склада. Так, что-нибудь еще. Камешек. Камешек. Яйцо. Давайте продадим яйцо. Интересно. Курочки, ко-ко-ко-ко, петушки. О, нормально. Вот такие вот курочки. Ну-ка, что тут? А, можно покормить их, да? Кормим птичечек. Так, что тут у нас? Склад заполнен. Обалдеть. Тут можно что-нибудь продать? Нет. Так. Сейчас еще что-нибудь продадим. Да? Да? Одно еще. Больше нечего делать. Оп. Ну, в принципе, получается горизонтально, я так понимаю, потому что есть. Так, сюда поставим, что-то надо. На овчарню хватает, ну-ка, места ей. Нет, не хватает местечка, да? Не хватает. Так, что тут у нас предлагают? Оп. Есть. 72. Нормально. Интересное кино получается. Забрать. Покормим мы вот эту вот овечку. Или лань. И что такое лань вроде, да? Точно, лань. Так, орешки заполнены, винограда нету. Так, ну а что у нас тут еще есть? Нет, ничего больше интересного. Так, что тут у нас? Хлебушек, пряничек. А это все коровки. Покормим мы коров. Оп. Покормили. А молочко собрали. Еще и кричат. Значит, надо зерно не. Сейчас дадим вам зерна. Так. Интересно. Только плохо я чат не вижу. А как же мне чат, чтобы видеть было? Ну-ка, что-то у нас тут.